сотрудников Федеральной службы охраны за работу. А на улице в ту секунду у помощников иранского лидера нервы напряжены. Президент вот-вот выйдет на мороз, а его машина еще не подъехала. Неизвестно, помогла ли такая эмоциональность ускорить процесс. Но автомобиль быстро подъехал, президент вышел на крыльцо. Впереди у него была еще программа визита в Россию.